Dobry dzień i z naszego domu w Jeleniej Góry gawariat Elżbieta Bilska i Jerzy Bilski, mój mąż, który z nim ma ten film. Umiemy poprosili, żeby wyskazać swoją dumkę pra Ignacja Paderewskiego. I jeśli pa zwolicie, ja dalsze budu gawarić po ruski, bo tam już to mnie tak lekcze. Почему Падаревский? Потому что это один из этих людей, благодаря которым менялась судьба Польши, Европы, а может и мира. Если говорят Падаревский, то у многих ассоциация артист. И действительно, он был прежде всего мировой славы артистом, виртуозом фортепиано, композитором, оратором. Но благодаря своей славе он стал тоже известным политиком и большим патриотом. Потому что он принимал участие в творящейся истории после Первой мировой войны. А так как у него были связи с великими этого мира, много мог сделать для будущей судьбы Польши и Европы. То, что благодаря своей славе и своим деньгам, он был большим филантропом. Он умел делиться своими деньгами с другими, которые этого требовали. Paderewski to także общественный деятель. Много раз он вокруг себя творил ассоциации, которые занимались делами не только Польши, но и Европы и мира. И всю жизнь был очень хорошим мужем и отцом. Это сын Подольской земли, и я думаю, что если ему ставят памятники во всем мире, то может быть и на этой земле он дождется тоже какого-то памятника. Мы с панią Людмилą Jurczuk создали фонд jego imieniu. W основании этого фонда i główna cel этого фонда to przybliżyć życielom Padola niemnoga zabytych wielkich synowiej tej ziemi, takich jak Paderewski, który w современном мире, w современnej Europie mógł służyć образцом для молодых людей. И надеюсь, что если захотите больше узнать про Паderewskiego, то эта выставка, которая пока лежит в нашем фонде в институте, может быть дождется того времени, когда посмотрят ее многие. Спасибо. До свидания. Дякую.